Сура пятерка. Их два отеля, два друг напротив друга. Четверка. Вот четверка и вот пятерка. Гости четверки могут пользоваться территорией пятерки. Тут есть бассейн. Гости четверки также могут пользоваться территорией бассейна. Ресепшн гостиницы пятерки. Сура. Вот такие стеклянные шарики. Ну, четверка больше как бутиковый отель. Он даже иногда выходит дороже, чем пятерка. Тут проходят завтраки. Соответственно, сейчас вечер уже. Просто покажу вам, где они проходят. Здесь консьерж. Это Б-блок. Это А-блок. Бар. И вот такой спускаемся в сад. Тут кальяны, веранды. У многих номеров выходят окна не с панорамным видом, номера будут, а именно окна выходят в сад. Тут есть такие кабинки закрытые, где можно покурить кальян. И здесь бассейн. Бассейн работает на два отеля. Здесь можно поплавать. Тренажерный зал. Парикмахерская. Спа. Сауна. О, туркиш. Это комната для массажа, комната отдыха. Комфорт-сьют. Чай-кофе, мини-бар. Ну, все очень чистенько. Для этой цены просто прекрасно. Окно, балкона нет. Ванна. В каждом номере есть Коран. Халат, тапочки. А их можно сдвинуть, спроси. Это еще один блок. Вот сколько наград этого отеля. Вообще этот отель очень многие любят. Бронируют его когда повторно приезжают в Стамбул. Thank you.
отеле Сура находится на оживленной улице в 5 минутах буквально ходьбы от Агио София, голубой мечети. Здесь такая кофейня. Много кальянных ресторанов, то есть много можно спокойно поужинать, вкусно покурить кальян, попить чай. Такая красивая улица.